Привет студентам, всем, кто гранит науки щелкает, как орешки. Если только не хочет спать. Это Альма-Матер, и с вами, как всегда, мы, Аня Аксенова и Миша Коробицкий. И вот, о чем вы узнаете в ближайшие 15 минут. Виват, студент! Международный день студента отметили танцами на Звездной площади. У кого больше знаний и смекалки? Интеллектуальная дуэль «Студенты против преподавателей» состоялась в Могилевском университете продовольствия. Идут, бегут и плывут к высотам студенты Белорусской сельхозакадемии. Альма-Матер заглянула на пару по физкультуре. Ну, наконец-то и на нашей улице праздник. Международный день студента отметили 17 ноября. Вот только жаль, что немногие знают, почему именно в этот день мы отмечаем наш праздник. А я знаю. День студента – это такое веселое, романтичное событие, а вот причина его появления, в общем-то, очень трагична, Миш. Во время Второй мировой войны в Чехословакии студенты вместе с преподавателями вышли на демонстрацию. Оккупанты их разогнали, а потом, 17 ноября, рано утром, фашисты окружили студенческие общежития. Больше тысячи ребят заключили в концлагерь. Многих расстреляли. После этого Гитлер приказал закрыть все чешские вузы до конца войны. В память об этих печальных событиях и был установлен Международный день студентов. Не добавить и не отнять. Тебе явно десятка по истории была. Нет, Миша, я просто любознательная. Вот как раз-таки для таких любознательных, как наша Аня, наш обзор студенческих новостей. Международный день студента в Могилевском университете продовольствия отметили с азартом. На первой перемене здесь стартовала квест-игра «Счастливая семерка». В разных концах вуза ребятам раздавали флаеры. На каждом кодовое слово и часть пароля. Суть в том, чтобы первым найти все 7 частей и сложить пароль. При этом недостающие флаеры могут быть у кого угодно. Вот у нас попало слово «аудитория». Нас уже трое. И мы ищем еще 4 человека. Познакомим на переменах. Вот пытаемся как-то собрать в буфете, в столовой. Части пароля искали не только в буфете, но и на доске объявлений в фойе и даже через социальные сети. В основном, да, это все происходит в интернете. Они по-быстрому пишут: ребята, у кого такое слово, у кого диплом, у кого аттестат, помогите найти. Вот, я нашел тебя, он говорит, молодец, я тоже тебя нашел, давайте встретимся. Первых, кто соберется в счастливую семерку, ждали MP3-плееры. Но студенты говорят, призывы к игре не главное. Такая игра помогает студентам объединиться, познакомиться, как-то сплотиться, больше найти новых друзей, знакомых. «Виват, студент!» приветствовали молодежь на Могилевской площади звезд. Международный день студента, здесь состоялся праздничный концерт и дискотека. Студент, это кто? Не знаю, для меня это самый счастливый человек. Именно в этот возраст можно вот получать мало денег, быть, так скажем, периодически впроголодь, иметь хвосты, но в то же самое время в глазах будет обалденное счастье и просто брать от жизни все. На самом деле поучиться нужно у студента именно вот этого позитива жизненного. Ну, студент – это тот, который все-таки живет в общежитии, именно погружается в ту жизнь, как бы не то, что там рядом с мамой, с папой пришел с дома, а как бы тот студент, который оторвался от родителей и живет, то есть как бы уже своей собственной жизнью. А неподалеку от танцпола студенты согревались на развлекательных площадках, играли в футбол и бросали кольца, гадая на оценки. Хочу сдать курсовую. Так, почем? Важно. Раз. Интересно. Почти долетел. 4 балла хватит. Да. 6. Нет. Какой-то неправильный у них кулаком тут. Но я не сдаюсь. Студент для меня – это веселый и позитивный человек, стремящийся в какое-то время своей жизни к знаниям. Умным быть хорошо, а умным и красивым лучше. У этих студенток любовь к вузу на лице написана. В честь праздника мы решили сделать себе рисунки со своими логотипами университета. Голодный студент – плохой студент. Кто-то и сладкие призы зарабатывал своим умом. А в каком году появился Международный день студентов? В 1939, 1946,
1947-1951. В 46-м. Правильно. Ну и какой праздник без танцев? Студенты веселились на танцполе и подпевали своим однокурсникам, выступавшим на сцене. Весело, вон там девочка какая-то поет. Вообще отлично. С днем студентов всех, народ! Поздравляя друг друга, студенты желали немного, но самого главного – хороших оценок и любви. Пожелать им, не знаю, легкой сессии, потому что как бы уже на носу автоматов очень важно. И всем пожелать, не знаю, человека рядом какого-нибудь, потому что холода, вот вы сказали, холодно, чтобы грел, согревал, поддерживал. Равнодушными не остались ни те, кто когда-то был студентом, и те, у кого все еще впереди. А у вас студент какого курса? Первого. А это еще подрастает. Абитура. Праздничное настроение не смог испортить даже кусавший за носы мороз. Как говорят студенты, жарко будет на сессии, а сейчас танцуй, пока молодой. Нам завтра на пары, нам все равно. Но мы гуляем до утра. День студента в Могилевской области праздновали примерно 30,5 тысяч молодых людей. Именно столько учатся в 5 региональных вузах. Если ты уже начал рассказывать о наших студентах в цифрах, Миш, то возьми на заметку, что почти половина из них учатся бесплатно, а чуть больше половины – заочники. При этом ежегодно вузы нашего региона выпускают примерно 7,5 тысяч специалистов. Вот все-то ты знаешь. Все-то не все. А вот герои следующего сюжета, кажется, знают ответы на все вопросы. Ну, или почти на все. Что, где, когда? Студенты Могилевского университета продовольствия, разбившись на команды, задают друг другу вопросы на засыпку. Через пару минут им предстоит сразиться в интеллектуальной игре «Брейн Ринг». Мы тренируемся по всем вопросам. Боимся ничего. В прошлом году мы взяли первое место, так что у нас есть командный дух. Участники интеллектуальной игры не студенты-ботаники, как может показаться на первый взгляд, а люди с юмором, иначе никак. А секрет ваш в чем? Победа? Наш в чем секрет? В чем наш секрет? В кефире. В кефире. В каждой шутке доля правды. На голодный желудок победителем не стать. Никогда не нужно оставаться голодным, чтобы быстро думать и соображать. Четыре команды студенческие, плюс еще одна преподавателей. На них большая ответственность. Ударить грязь лицом никак нельзя. Да, студенты, безусловно, не глупы, но мы надеемся, что тоже мы достаточно интеллектуалы. Поэтому готовились, изучали литературу, справочники в интернете полазили, энциклопедии почитали. С большим удовольствием они принимают участие в этой игре. Вот, в прошлом году все-таки команда преподавателей проиграла. Выиграли студенты. Вот. Ну, в этом году они настроены победить. Ну, посмотрим. Студенты настроены только на победу. И, кажется, знают, как ее получить. Ну, мне кажется, тут важна смекалка. Потому что вопросы бывают разные. В школе я участвовала в подобных мероприятиях. И, ну, бывают такие вопросы с подвохом. Кажется, там особо ума, ну, не нужно. Ну, главное, чтобы была смекалка, мне кажется. Проверьте и вы свою смекалку. Попробуйте ответить на следующий вопрос. Ну, вот такой необычный вопрос. Какой поговорке было дано следующее научное описание? Проблемы транспортировки жидкости в сосудах с переменной структурой плотности. Носить воду решите. Вопросы на логику, сообразительность и общую эрудированность. Одних ставили в тупик, другие щелкали их как орешки. Такой свободной дискуссии, обмене мнениями со студентами. Студенты учатся, прежде всего, самостоятельно мыслить, защищать свои, прежде всего, точки зрения. Это очень важно для будущего специалиста, будь он технологом, экономистом, технарем, как говорят еще. А теперь предлагаю заглянуть в город Горки. От сессии до сессии студенты Белорусской государственной сельхозакадемии живут, конечно, весело, но и потрудиться приходится. Иной раз такие высоты покоряют, сами удивляются. За подробностями отправляемся в спортивный комплекс БГСХ. В
Можно подумать, что в заплыв уходят настоящие спортсмены, а ведь это просто пара по физкультуре. На занятия плаванием в расписании отводится месяц, и за это время можно многое успеть. Плаванием относительно недавно занимаюсь, около полугода назад. А так вообще очень нравится. Начали здесь, в ВУЗе? Да, начал в горках, в академии. Ну а до этого плавали или здесь вообще научились? Нет, я здесь вообще научился плавать. Сначала, допустим, зажимали досточку между ног, но потом уже учился руками. Потом постепенно подключали ноги. А теперь вы как плаваете? Теперь, ну... Ну вот покажите, стартуйте. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Знаменитая фраза из мультфильма, негласный девиз педагогов. Душу вкладываем, конечно, пытаемся научить. Да, студенты не все понимают. Да, есть... такая большая разница между школой и вузом. Но стараемся все-таки донести до студентов, что это необходимо, и в дальнейшем в жизни им это очень и очень пригодится, тем более будущим руководителям. А еще будущий руководитель должен быть напористым и подвижным, и тут без спорта никак. Есть ли все условия здесь в академии, чтобы заниматься спортом? Условно есть, есть. А вы чем занимаетесь? Спортом своим. Ну, в тренажерный зал хожу, в футбол. Ну и так, по мелочам. Настроение поднимает? Конечно. Да, я до этого занимался спортом. Сейчас играем в футбол. Все нам нравится, хорошо. Между прочим, это тоже не футбольная команда, а просто студенты на занятиях. Одни парни, потому что мехфак. Вздыхают, все бы хорошо, да девчонок не хватает. Будущим мелиораторам повезло больше. Хоть профессия мужская, но красота не прошла мимо. Трудновато здесь учиться? Ну, вполне неплохо. Не трудно? Не трудно, да. Как бы, почему девушки не могут быть мелиораторами? Могут, могут, не стоит волноваться. В академии не только отечественных, но и иностранных мелиораторов взращивают. И у меня родственник тоже закончил эту академию, вот поэтому я тоже поступал сюда. Родственникам вам рассказал, что здесь хорошо, и вы решили, пойду-ка я по его стопам. Да, да, он все рассказал, и мне тоже это понравилось вообще. У студентов из Туркменистана свои высоты. Некоторые при поступлении даже русского толком не знают, а к пятому курсу совсем другое дело. Мы уже как бы уже пятый год, нам здесь очень хорошо, здесь как бы очень хорошо обучают нас здесь в академии. Здесь хорошая природа, люди хорошие, нам здесь очень нравится. Пока студенты идут, бегут и плывут к высотам, незаметно подкрадывается сессия. Пожелаем же ей не подрезать им крылья. Всем удачи! Студенты – народ великодушный и щедрый. Всегда готовы прийти на помощь. А если понадобится, даже отдать частичку себя. И сделать это безвозмездно. О самых отзывчивых среди нас следующий сюжет. На крови клянутся, на крови роднятся, а здесь кровью делятся. И все во благо. В акции «Безопасная кровь матерям и детям» приняли участие студенты Могилевского медицинского колледжа. Сегодня Каролина впервые сдает кровь, поэтому волнуется, как на экзамене. Но желание помочь в ней сильнее, поэтому и пришла. Когда я узнала об этой акции, я приняла осознанное решение стать безвозмездным донором. Совсем не обязательно совершать подвиг, говорит Каролина. Достаточно просто сдать кровь и тем самым спасти чью-то жизнь. В наше время многие люди нуждаются в переливании крови, такие как пострадавшие в аварии, перенесшие онкозаболевания, также роженицы и младенцы. А вот Диме быть донором не впервой. Бояться крови ни в коем случае, ведь он же медик по образованию. Осознаешь то, что это надо для кого-то, и вообще тормозить всяких там, не боюсь ни крови, ничего. Сдавать кровь – это как делиться своим здоровьем. И поэтому, даже если вы намерены сделать это безвозмездно, здоровье должно быть крепким. Вес хотя бы 55 килограмм. Нужно в течение хотя бы месяца не болеть никакими простудными заболеваниями. Более подробно о том, что можно, что нельзя, уже донор узнает во время анкетирования на приеме у врача. Ну а после смело отправляйтесь в донорское кресло, где у вас возьмут стандартную дозу в 450 миллилитров.
Звучит страшно, но никакой опасности нет, уверяют врачи. Здоровому человеку сдача крови не является опасной, потому что кровь, скажем так, это восстанавливается в течение 2 месяцев. С каждым годом доноров студентов становится все больше. В переводе с латинского «донор» означает «дарить». Свою кровь таким образом уже подарили студенты Могилевского медицинского колледжа университета имени Кулешова и курсанты института МВД. На очереди Белорусско-Российский университет. Это была «Альма-Матер», программа о тех, кто, отметив один день студента, уже с нетерпением ждет второго. Увидимся на «Беларусь-2» ровно через 2 недели. И расскажем новые истории о студенческой жизни. Пока-пока!